Отроков нет. Туда, брат, туда продень, саму скажи. Во. Тут яма. Ну, морозы пойдут. Ну, да, и не приводи. Так, ну, короче. Крепим. Слава Богу. Да. Как можно? Печатка 18 должен быть. Стих-то получается правильный. А это тоже надо? Заходим, Леванте в течение. Долгование. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь и все исполняя, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии друг с другом. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. А где все? Грипп что-то подходит. Это не грипп уже, это уже какая-то википедия. Пандемия, пандемия какая-то. Да нет, тут это выкосило махом. Две семьи детей. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Но не мог за народом, потому что мал был ростом. Забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших».
толкование. Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его города. Ибо смотри, как он не только мытарей сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь – существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злове, еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако ж этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство, и в воздаянии получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса, и для сего влез на смоковницу, Господь усматривает его, прежде чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему вскоре слезть, так как он имеет быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное, ибо и то самое, что он удерживал, удерживал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Если кого чем обидел, он воздает вчетверо, тем самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному. Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно с законом. Ибо закон заставлял укравшего платить вчетверо. Исход 22.1. Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения он дает нищим, и у него осталась только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает вчетверо тем, кого обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправды, возвращает четверо, то смотри, как он всего лишился. Всем отношениям он оказывается мудрствующим выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более, чем себя. И это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал: отдам половину, возвращу в четверо, но вот я даю, возвращаю. Он знает наставление Соломона: не говори, пойди и приди опять, и завтра я дам. Притча 3.28. Христос благовествует ему спасение. Ныне, говорит, ты даешь, ныне тебе спасение. Ибо словами «дому сему» без сомнения указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом, разумеется, Закхей, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а, очевидно, назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, быть может, потому, что он уверовал и оправдался верой, а может потому, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных, подобно всему патриарху. Примечай, Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что Исей, сын Авраамов, был, но ныне есть. Ибо прежде, будучи старейшином мытарей и сборщиком податей, а с праведником не имея никакого сходства, он не был сыном его. Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собой. И потому не может увидеть Иисуса за народом,
то есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего. Приходит в сознание и влезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей. И таким образом, возвысившись над собой и полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает его. Тогда Господь говорит ему: сойди скорее, то есть через покаяние ты пришел на высшую жизнь, сойди через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смирись скорее, ибо если ты смиришься, то мне надобно быть у тебя в доме, ибо, цитирую, на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Пророк Исаия 66:2. Господу нашему слава. Веки. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Богу. Можно? Да. Прочитал. Я по прочитанному хотел сказать, что там вот он говорит, дом, спасение ныне дому всему. Ну там об одном Захее. Ну, видать, не об одном Захее, у него, наверное, семья была, как обычно Библия говорит там о домах. Когда вот Стефана в дом крестили, написано, крестился Стефан и весь дом его. То есть, ну и вообще сложно предположить, что у такого праведника и семейство неправильное. Я думаю, наверное, они его поддержали, поэтому он с таким великодушием, с такой радостью принялся. Благодушием, вернее. Спасибо, Христос, брат. Да не за что, я предполагаю. Ну, я думаю, что предположение вполне может быть обосновано. Очень бы хотелось. А болящих, конечно, Татьяна Кузьмична нет. Скорбим, да. Пока. Вот что. А кто занимается у нас сейчас? Надо кому-то дать поручение конкретно. Людмила Степановна, вы добудьте. А болящих теперь собирать-то надо? Да. Чтобы конкретно кто-то был ответственный. Может быть, Надюша? А Татьяна Кузьмична? Ну, потому что ты-то своим делом занимаешься. Давай, Надюша. Да, мне и так поручений много. Ну вот Александра Михайловна, может, она тоже на телефоне как-то все время. Надя уже согласилась. Надя, все, давай. Все, ладно. Все, Надюш, ты теперь это. Вот сюда теперь садишься, на главе стола. Ну или туда. А Татьяна Кузьмична. Значит, ну, во-первых, хочу сказать. Господь не возбраняет обращаться к врачам. Иногда в руках врача бывает успех. И не написано, что в 70 и 80 лет уже нельзя обращаться к врачам. Поэтому, когда уж вот она уже давно у себя обнаружила эту опухоль, щупала, уже нащупала, уже видела и руками щупала. И что сидела, ждала? Ничего себе. Ну, растила. Ну вот растила. Вот не надо растить, а надо. Но если уже есть какие-то симптомы, значит, надо. А потом и тебе дороже, и другим вокруг тебя тоже дороже будет. На ранних этапах всегда болезни легче вылечить и предупредить заболевания. Это первое. Второе по Татьяне Кузьмичне. Ну, слава Богу, врачи расположены. И заведующее отделение, в которое мы обращались, и аффилировавший врач. Заведующий отделением Анатолий, молитесь, чтобы Господь их привел в познание истины. И Вячеслав, который непосредственно оперировал ее. Вот, с ним в контакте и Дмитрий, сын Татьяны Кузьминичной, и я в контакте. Он расположен, звонил, и Дмитрий и мне звонил, и перед операцией, и после операции звонил мне. Сказал, что операция прошла в штатном режиме, все как положено. Максимально радикально удалено опухолевое образование. Далее состояние соответствует тяжести перенесенного вмешательства. Ну а как дальше будет развиваться событие, Бог только знает. Это в аминь. Вот. Но после оперативного вмешательства, скорее всего, надо будет делать химиотерапию. То есть без этого не обойтись. Но пойду уже потом разговаривать с химиотерапевтом в онкодиспансере. Позже. Хотя она сама была не настроена на химиотерапию, но посмотрим, как будут развиваться события. Как настроена, ну, а если оно помогает? То... Ну вот Анастасии, нашей сестре, один курс сделали химиотерапии, и все, сказали, что мы больше тебя делать не будем, потому что тебя убьем.
Химиотерапия это же это стрельба из пушки по воробьям. Да, попадешь, не попадешь. Поэтому можно там же эти, так же, как и лучевая терапия. Он луч идет, он шьет, все убивает, подряд, что на пути его. Так и химиотерапия. Она действует не только на опухолевые клетки, там ведь какой механизм действия вот этой химиотерапии? То есть это лекарственный препарат, который действует на те клетки, которые особенно быстро размножаются. А, вон что. И вот это быстрое размножение, они вот в этой фазе, там их, ну, вот это успевает лекарство их погубить, убить. Но другие клетки тоже делятся в организме, они же тоже... Все клетки в организме, они регенерируют, то есть они делятся и возобновляют. Через неделю мы уже не те, которые были неделю назад. Все в организме меняется. Поэтому те клетки, которые других органов, они тоже губятся. И почки, и печень, и другие органы этим препаратом. Не зря говорят, одно лечим, другое калечим. Да, такое есть. Есть, конечно, препараты, которые таргетная, так называемая, терапия, конкретно вот на конкретные определенные формирования, да, клеток направленные. Это уже генетические такие препараты, которые на генетическом уровне действуют. Но в основном это химиотерапия, она, конечно, тоже вред наносит всему организму. Поэтому насколько крепко создание. Вот вынесет, значит не вынесет. Но Анастасия не пошла эта химиотерапия, поэтому дальше события развивались достаточно быстро. Ну и потом у нее осложнения такие были там. С кишечником были осложнения после этой химиотерапии, что у нее там возникала мысль о том, чтобы нужно делать трансплантацию микробиоты, так называемые. Ну и не буду углубляться в эти... Заморочки, да, Надя? У меня вот просто родственник, который заболел точно так же, 80 лет, тоже кишечник. И в последней стадии ему вывели колоностому, то есть когда с мешочком ходят и кал собирают, то есть там все было серьезно. Но так как ему 80 лет, дети, врачи, он сам образованный человек, они все отказались. Они сказали, мы не пойдем на химию. И вот... Мой отец заболел на 3 года после него, он приходил на похороны моего отца, и жив, и бегает, и в магазин, и везде, потому что и дети сказали, если мы сейчас ему начнем в 80 лет делать химию, мы его химией убьем, а не онкология. А онкология сколько еще даст ему пожить? Вот они, ну, ему это пошло на пользу, то есть самостоятельно себя обслуживает, не лежит, ничего. То есть здесь вот взвесить надо все и состояние организма, потому что я и на своем отце убедилась, химия, которая 2 курса и луч его добил просто. Вот эта массовая агрессия, которую мы пытались его все ему впихнуть в него, параллельно химии делали лучи и прожгли 4 дырки в пищеводе, 4 сантиметра дыра в пищеводе, от которого он, собственно, все это и умер. То есть так активно лечили, что думаю, что если не лечили, может быть, он бы подольше прожил. Да, тут, конечно, надо будет взвесить все, но мы обсудим с химиотерапевтом, как, какая ситуация тут, можно, нужно и не нужно, и в каком объеме. Это же там же тоже рассчитывается все. Да как так они тогда лучше-то сказали, что аж прожгли? Ну, брат, он же луч идет, все, что на пути от кожи, подкожной клетчатки, и дальше пошел, он, что на его пути, то есть ждет, пока не добраться до того места, где нужно конкретно убивать то, что было, опухоль. Понимаешь? Все подряд убило. Он не может так вот здесь не работает, а там он где-то заработал луч. Ну, немного это можно предусмотреть врачам. Ну, там, если понятно, там рассчитывают поля, там под углом определенный, все там это что, делается. Как но можно меньше захватить. Да, это... Ну, мне маме сейчас вот это делают, да? Не знаю, я лучевую делаю. Ну, в такую, говорит, трубу правильно. Запихивают ее там. Ну, в трубу, да. В трубу это, скорее всего, лучевая терапия. Да. Такие пометки на теле, говорит, да, делают. Да, это лучевая терапия. Ну, ей сейчас намного легче. Она снотворное не принимает, не болит. Ничего не знаю. Конечно, большой процент помощи. Но ее неделю, раз это, ее крутили неделю, чтобы это поставить метки. Целую неделю она вообще уже сильно болела у нее. Она говорит, да что они ничего не делают. Помоги, Господи, дорогие Валентине, дорогие Татьяне. Молитесь. Молитесь, значит, о врачах, которых вот... Да, Татьяна Кузьминична, когда... Врач пришел в реанимацию сразу после операции, ну когда трубу вытащили из
изо рта, из глотки, из гортани. Врач подошел к ней, дал ей телефон, и она поговорила с Дмитрием. И самое главное, самое первое, что она сказала, молитесь о враче Вячеславе. Да. Вячеслав. Дмитрий разговаривал с ним, он говорит, я не читал, конечно, Библию, но Татьяна Кузьминична ему заранее пообещала материал о житии воина Ясинецкого, архиепископа Луки. Поэтому мы постараемся найти и дать ему, и подарить эту книгу. Вот. Ну и благодарю всех за ваши святые молитвы. Мое путешествие было успешным. Я, слава Богу, возвратился в здравии телесном и душевном. Было очень насыщенное путешествие. Занятия были очень насыщенные. Мы, собственно, из аэропорта в автобус, из автобуса в гостиницу, из гостиницы опять на занятия, с занятия в гостиницу, из занятия. Ну, в общем, транспорт и помещение Москвы, и вот только что по улице проехали, увидели то, что из окна, и все. Никакой Москвы там не было. Это все врут. Да. Нет Москвы. Вот. Полезно, что было. Я пообщался с братьями во Христе, Вячеславом и Дмитрием. Дмитрий, который принимал крещение в Потеряевке. Вячеслав, который все собирается, но пока никак не доедет до Потеряевки. Они ездили. До Христа бы доехал, да и все. Они, ну, до Христа он доехал, он занимается активно и хорошо, да. Проповедует активно. Молодец. Вот. Я там с собой тоже был, несколько Евангелий раздал. Значит, Ткачев, да? Этот Вячеслав. Ткачев поехал, да? Ткачев, да. Вячеслав Ткачев, да. Ткачев. Да. Они ездили вчетвером на похороны. Воронеж, Сергию, да. Оба пытались снять какое-то вот, я не знаю, знамение, не знамение, не получилось. Там вот несколько снимков только получилось, и все. И главное, что не могут восстановить они эти съемки, которые были, которые они проводили. Господь закрыл. Да, вот не знаю, как так получилось. Они, там есть, будем вот пытаться говорить еще. А? Там есть «Мама прощается»? Ну да, вот это тоже. Ну, того достаточно, там, мне да. кажется, уже. Там что выставлено смотреть. Уже. Это самое главное, родная кровь. Вот. Ну, то, пообщались с ними. Они где-то пришли, приехали ко мне на 7 часов. И в 11 часов они ушли от меня. Но в 11 это уже по-нашему сколько? 3 часа. Ночи. Да. Вот я лег спать. В общем, 2 ночи совершенно бессонные, потому что разница в 4 часа. Плюс все эти активные передвижения и занятия насыщенные. Как пьяные, да? Да, вот. Но я рад был общаться с братьями. Ну и на ваш взгляд, какое у них содержание братское? И не на душе, и не на мысли, вот то, что... Да, да, да. Они следят за нашими роликами, они постоянно с нами. То есть они на занятиях бывают, брат скажет, да? Ну, Ткачев бывает, да, да, точно. Но Дмитрий, тот, у него там какие-то дела свои, он учится на фельдшера, коллега наш будет. Вот. Между собой они там редко общаются, но Москва это все равно, что... В Алтайском крае ездить. Да, по Алтайскому краю, да, из конца в конец. Когда есть целый день. Слава Богу. Благодарю за молитвы моей внучки Таисии. Поправилась, да. Температура уже прошла, и так вот полегче теперь. Благодарю за молитвы по отесте. Недавно, то есть 6-го, был день смерти жены его, тещи моей. Мы посидели там вечером, и он когда встал, но ему хотелось, чтобы я сказал, что вот Царство Небесное, там, ну, я не могу же этого сказать. Ну, там, вечная память между собой, да, вечная память, ну, это такое, между вечная память, да. Но он, а он первый раз попробовал, как бы попытался сделать крестное знамение. Я ему говорил, он все время с нами, вот когда мы стоим на молитву, мы читаем молитву, он
трижды поклонится, вот так стоит, поклонится. Когда мы закончили трапезу, тоже молимся, он тоже поклонится вместе с нами, потом говорит спасибо вам и Богу. Спасибо вам и Богу. Да. Вот. Ну, и вот первый раз он, я ему говорил, так, я говорю, все время с вами. Я говорю, так вы когда с нами, если с нами, так вы совершайте крестное знамение, потому что, ну, объясним, что такое крестное знамение. Он говорит, ну я вот все равно, я с вами, я говорю, ну это лукавство. Ну как сказать, ну тут вот, и первый раз я увидел, что он попытался, ну как сумел совершить крестное знамение. Совершил? Да. А когда его женили? Год назад, 6-го. Еще можно добавлю? У нас как раз митрополит был, и на этой неделе тоже нам звонит и говорит, странно, говорит, это такое совпадение, говорит, в больнице лежит, и пошла там в часовенка у них, там можно помолиться прийти, и там священники иногда приходят, просто помолились, и все, там недолго, полчаса, может, 20 минут. И говорит, захожу туда, а там митрополит, говорит, этот красноярский, молится. А он, говорит, меня знает. Он поворачивается такой, о, раба Божия, я тебя, говорит, видел где-то. А до этого, там, не так давно, где-то до Нового года, приезжал он к ним туда, в эту деревню. Эту. Часто, кстати, он туда ездит почему-то, ну, там 3 километра от города. Она говорит, ну, я из этой деревни. Он, а, ну да, понял, все, вспомнил тебя. И она говорит, ни камер, говорит, нету ничего. Я так и не поняла, говорит, сначала, почему его никто не сопровождает. Один ходит сам, ну, простой монашеской этой. И это, по палатам ходит туда-сюда, его там сопровождает какой-то врач. И они везде-везде, говорит, и я, говорит, прошла за ним туда-сюда. Он заходит в палаты, с людьми беседует, там, молится там и так далее. Говорит, я, говорит, и самое главное, говорит, мне почему, говорит, он без фотографов. Игнатимович, говорит, везде все снимают. А тут, говорит, такое дело, говорит, его хоть бы, говорит, сфотографировал кто-то, серьезно? А то никого нету, говорит, вообще. Это как так? Ну, то есть, я так подумал, думаю, ну, с другой стороны, правая рука не знает, что левая делает левая. В принципе, это, ну, как бы неплохо с такой-то стороны. А то, правда, пойдет человек, митрополит, и скажут, вот опять себя пиарит, да? Так что не всегда, оказывается, такое есть. Так, ну еще у кого есть слово, братья и сестры? Я можно еще скажу? Да. Вышел я в чат-рулетку, чат-рулетка, сказали, там погружение в ад там, и так далее. Ну не знаю, для кого-то, видать, в ад погружение. Ну у нас вообще сплошной ад здесь на земле. Это, ну, простые люди. Единственное, что, ну я так понимаю, что зависит от часового пояса. Я вышел в первый раз, ходил по России, а второй раз выходил, меня тут надоумели. Ты говоришь, давай по иностранным государствам. И я от Индонезии и до Украины, короче, прошелся. Но я хочу сказать, я на себя со стороны взглянул, поглядел на людей. Всяких безобразников хватает, конечно. Ну вот, Игнатий Игнатьевич там рассказывал про полуголых. Действительно, все почему-то любят мужики сидеть полуголыми. Но так, чтобы вообще голых, я не видел ни разу. Один раз мне показали один орган, который, ну, не нужно бы показывать. И один раз мальчик, это, ну, там мне поганость сказал, маленький мальчик, лет 10, ну, такую поганость сказал. Я говорю, у тебя, говорю, как пасть-то, говорю, твоя не отгниет с таким словом произносить на старших. Ну, а так вот, это очень даже, ну, где-то, я так сильно не считал, но где-то каждый 10-й может притормозить. Ну, может, через 20-30 с тобой побеседуют. И были очень длинные беседы. И было такое вот, и я пытался просчитать, будет человек разговаривать или нет. Я, интуиция, простите, сестры, никакая у меня, ну, это по-мужски такая, рубленная. Вот тот, кто стоит пол, вот так вот, половину как-то, ну, так, как он называется, четверть фаза, ну, это, молодой мужчина. И я думаю, как пиарится, как фотографируется он или что. И начинает разговаривать, и так разговаривает, ну, спокойно так все. Я думаю, ну этот никогда не будет разговаривать. Тут проговорили чуть не час целый. Других человека увидишь, он такой, знаете, внимательно так смотрит. Ты гляди-ка, а? Думаешь, ну это все, сейчас поговорим. И такой приготовился только во имя Отца и Сына. Раз, ушел, да что ты будешь делать? Детишки выходят, смеются дети. С ними начинаю разговаривать, просто разговаривать. Ребята, а что вы это выходите-то сюда? Побезобразничать или что-то узнать желаете?
И один раз целый класс, короче, посадил по частям. Сначала пацанам рассказал о Христе, а потом говорю, что там у вас смеются, они показывают там девчонки. И я говорю, а что там долго? Я им, наверное, 10 рассказывал, 15. Я говорю, а что так долго вы? У вас что нету? А учителя нету, говорит, у нас. У нас как бы урок пустой. Я говорю, так давайте сюда идти, девчонок, что, я им сейчас тоже буду рассказывать. Они такие, ну-ка идите сюда, вас тут зовут. Они, да? Такие, раз-раз, и прям их показывают, они побежали. Я говорю, ой, все в штанах-то, говорю. Это что ж там такое у вас творится-то? Ни одной юбки. И там что-то шептались они там что-то. И замолчали все сразу. Потом, вот почему, одна есть, показывают, одна стоит, ну как у наших девчонок. Чуть выше коленки, вот так, ну юбка, да. Я говорю, ну нашли одну, говорю, молодец, правда, юбка. Я говорю, ну пониже-то можно было немножечко уж, что же вы так себе... Они вообще молчат, я говорю, ну давайте садитесь. Они вот так сели, поставили этот ноутбук, сели вот так вот. И я начал им рассказывать, я говорю, ну давайте я вам тогда начну с самого начала. Я говорю, вы-то все крещеные? Ну да, все крещеные. Я говорю, ну вот как раз о православии я вам расскажу. Что такое православие и почему Христос нас любит очень сильно. Ну это минут пять я поговорил, и в этот момент заходит, кто-то заходит, да, и такой, так что это у вас здесь такое? Че, они там, да вот у нас нету учителя. Ну-ка быстро садитесь, нету у вас учителя, я сейчас вам... Ну и кто-то, короче, их посадил учиться. Кто-то нашел, свято место пусто не стало. Ну и вот очень много интересных, так, на Украине там, на Украине они, у них всех мучит один вопрос. Вот это вот противостояние Украины и России. Сразу с этого начинается. Религиозный вопрос сразу, это, кто раскольники и так далее. Как хорошо, что у нас эта подготовка уже есть. Я говорю, у нас никого раскольников мы не считаем, говорю, что кто-то был раскольник. Все произошли там где-то от какого-то семени православного и так далее. А то, что тут политические дебри, это понятно, уже залезли сами. Ну и по разным странам. А вот в Индонезии, там, в Таиланде, там, в Индокитае, там, где там, в всяких Камбоджах, ну, там надо английский знать. Ну вот сколько там выходили, наверное, человек 5-6. Они все знают английский язык. А я не в зуб нога. Ортодокс. Мне уже нарекание, учи английский язык. Вот так вот, так что туда надо уходить. Они, главное, знают английский язык, и они по-английски разговаривают. Ну, правда, там один такой был интересный, так на меня вот так сначала смотрел. Ну, индонезиец полный. Ну, чернявые такие, глазенки, кучерявый такой небольшой. И вот так на меня сидел, смотрел. Потом я заговорил, когда во имя Отца и Сына Святого Духа. Такой, как обезьянка, перекрестился такой, и так смотрит, потом что-то куркнул там на своем языке, подходит такая же, ну только девчонка, села такая рядом с ним, поместилась и такая, ух ты, вот такая вот прям, и смотрят на меня, вот все глаза прям смотрят, а я на них смотрю, потому что вот прям вот когда, вот один к одному, а не такие, как показывают в документальных фильмах, там как-то людей приукрашивают. А когда они такие сами страшные. Вот страшные такие, ага, маленькие такие страшные, но по-английски разговаривают, так что ничего не могу сказать. Да. И хочу сказать, что я очень это, когда в России беседовал, было очень интересно, очень интересно. О Христе и вопросы даже задавали. Ну так обычно сам говоришь, но вопросы задавали. В других странах там и Молдова, там и Украина, там и Белоруссия и так далее. Ну это. Совсем не так. Не нет, не то, что не хотят, они не задают вопросы, просто говори, или мне не попались такие люди. Может, мало времени. Просто. Ну, короче говоря, вот в России мне больше понравилось. И я прям это, так влюбился в эту чат-рулетку, мне там программу поставили. Можно прям записывать это все туда. Хорошо. Ну, там Игнат Ильич еще расскажет. Еще у кого есть слово? Маргарита, расскажи о дочери. Нормально выписали, воспаления нет, астму пока сняли, но нужен пульмонолог. Mm-hmm. Еще у кого? Да, я сказал, мама поклон всем передает. Да, сказал. Спасибо, Христос, ей тоже поклон передает. Верь в нас. Обязательно. Загуляй, вы что? Хворают все? Агния. Я Гале звонил, я ничего не сказал. Так, так, так,
даже не может, знаю. Еще кто? Я и два дня назад позвонил. Они вчера были. Они вчера были все. А, вчера были? Вечером уже разболели, значит. От роботы написали смс-ку, что... Замело. Нет. Они то ли не услышали, то ли что, будильник. Я им всегда говорила, несколько будильников заводите. Ну, в общем, они поехали во Власиху, потому что сюда они просто не успевали. 6:30 Да ладно. Они только проснулись, именно, а им в 6 надо выходить. Занятия вы побывали. Занятия. Да это понятно. Ну, ясно. Иоанна, как дела-то? Неизвестно? Я вчера ему пыталась зазвонить, а он трубку не берет. Надо бы про Тамару. Я дозвонилась до Транснашевой больницы. Ее в списках нету. Как у них Тамара? Якушева. И это в смысле, она говорит в справочной, значит, она у вас лечилась на дневном стационаре. Я говорю, и дневной, что ли, есть после операции? Говорит, есть. Раз в списках нету, значит, это. Ну, а потом, я думаю, так мы с Александрой Михайловной подумали, что сестра ее, скорее всего, забрала, если на операцию прошла. Mm. Она обычно после болезни у сестры бывает. Разговаривающая? Но у Татьяны Кузьминичны есть телефон сестры, а у нас-то нету. Ну, значит, и поэтому мы не знаем. Созвониться сегодня с Татьяной Кузьминичной, если она выйдет из реанимации. Ну, она отвечает. Она на телефон не отвечает. Поэтому, когда она выпишется тогда, может, она придется. Хорошо. Понятно. Ну, молитесь, значит, о родителях Тамаре тоже. Нет, правильно, она уже все-таки. Еще у кого есть слово? Сергей опять у нас Евангелие заказал. И опять Евангелие пришли бесплатно. 250 килограмм. Короче, чудо какое-то Господь дает, видите. Как раздаем все. Господь опять Евангелие, опять вот эти вот красные патриарши. Еще они где-то есть, лежат. Так что надо помолиться, чтобы нам еще Господь давал. Надо распространять Евангелие. Сейчас холодно, конечно. Люди жертвуют, а они... Игорь Тихонович. Ну, первое что. Пока ты говорил, 21 раз прерывали тебя. Вот я прошу, сколько... Это нигде не делается, как у нас. Вышел человек на кафедру. Положено, сказали, 10 минут, поговорил, сел, потом другой поднимает руку. 21 раз прерван был, мысль менялась, о другом начиналось говорить. Просто поставить, чтобы не было этого. Далее, о чем говорили здесь? Сегодня считали о Закхее. Хорошо известный рассказ, не притча, но для нас это уже ступеньки к Великому посту. Через сколько времени, на неделю, далее о блудном сыне будет и последнее в страшном суде. Значит, приготовиться к подвигу. Если Господь позволит, опять будем считать канон Андрея Крицкого. Так. И вот говорят, он раздал половину имения. Ну, раздал, не раздал, но обещал. Конечно. Первый начинается, был маленький ростом. Я смотрю, а почему именно вот маленький-то он? В этом тоже что-то есть. То есть в своих глазах и в глазах других людей он был ниже других, презираемый. Известно на смоковнице, то есть это на свое любимое дело, там гордость или тщеславие, но он забежал вперед. Вот каждое слово имеет смысл, и 2000 лет проникает в эти слова. Воздам в четверо. А почему не в пятеро? Потому что в четверо, а если быка украл, обобрал, а если овечку, там написано в пятеро, значит, меньше всего грабил и такие, которые у власти, Абрамовича разных, Березовских брал. Вот надо даже в это посмотреть. И кого он обидел, где их найдешь, кого обидел-то? Это налоги лишние брал. Это речь идет не о чем-то, а налоговой инспекции. У него уже ни под каким видом нельзя было рассчитаться со всеми. Даже просто вернуть, а не в четверо, у него уже ничего не было. И далее вопрос, а почему вот в этом восторженном состоянии он не обернулся к обществу, которое перед ним, такие же сидели там. Почему вы мне не подражаете? Я все положил. Давайте, раскошеливайтесь, возвращайте. И Господь нигде не указал. Я по всему Ветхому Завету прошелся, практически ни одного нет подвижника.
который бы сказал, подражайте мне. Почему? Потому что за каждым численность то, что если подражать, вот у нас, подражать во всем Христу, не во всем, а то, что по силам. Вот. Нет плода, засохли. Да по-нашему сюда, мы половину бы этой сибирской тайги засушили уже. Здесь речь идет о большем, о совершенстве. Апостол Павел говорит, подражайте мне, не Савву, как я Христу. А далее, и тем, которых образ этот, увидите. А почему не Моисею? Вы помните, как было? Живем в ад, с имуществом совсем. 250 священников стоят, 250 кадильниц издают аромат. Огонь! И все 250 обугленные лежат, а это потом расправят, эти кадильницы и алтарь обложат. Подражать можно этому? Нельзя. Илия, самый грозный, самый великий пророк Ветхого Завета. И как? Огонь пришли. Брать его пришли. Сколько? Пятидесятник. Слово. 50 угольков лежит. Второе, у него что там, лазерная машина была. И мог ли он сказать? Вот до конца все биографии, когда посмотришь, а какой народ был? Иоанн Златоуст говорит, и Бог сказал ему, иди в Сарепту Сидонскую. Это не случайно Господь привел это. Он прошел, где он был, и прошел, практически пересек весь Израиль. Во всем Израиле сколько вдов было, они постоянно воевали. Вдовы они были. Вдовица положила там, все вдовица где-то окружали его. И что? Ни одной не нашлось, с которой можно было бы его послать, чтобы пропитался. А в Сарепту, за границу. А сколько было прокаженных во времена Елисея, ученика, подвижника Илии? Да там вся страна гудела от этой проказы. Лепры вообще сегодня до конца не могут вылечить. Что говорить тогда? И однако, Господь опять им приводит. И однако, пришел Нейман, язычник, завоеватель вашей страны, и он исцеляется. Почему? А до этого они сидели умильно, когда сказал, лето Господне благоприятное. Христос пришел, и все подтвердили, да, мы это видим, как исцеляешь. Но когда сказал два примера, и оба в них пользу, мгновенно все воспламенились и повели его, свергли с горы. Но он прошел сквозь них. Как это сквозь толпу, разбегал он или нет? Вот так сегодня точно та же самая картина. Можем мы подражать этому Закхею? Ну, сказал, видно, в эйфории. Он не мог выполнить этого. А в чем-то можем. А почему, вот я сказал, подражания нету? Это несовершенство было еще. Он не сказал, положено мне ему. Это не было в обязанность это поставлено ему. А в Новом Завете и положили, продали имение, к ногам апостолов положили все, 100%. То есть, в сравнении с тем, что Господь принес и как тронул сердца, сравнивать не с чем. Даже самые лучшие, те люди, которые встречались со Христом, они еще не могли достигнуть этой вершины. Планка поднята до конца. Это вот о сегодняшнем тоже. Вот сегодня меня скидывают разные ролики посмотреть. Андрей Ткачев, священник, очень известный. Говорит быстро. Был на Украине, и он тогда восстал против гей-парадов. А когда эти стали поднимать на Майдане, он сказал, в аду вы все будете. И на него поставили. И он бежал. Бежал, оказался в России. Он известный. Я не знаю, насколько это верно. Говорят, он полковник, вроде сидел, но это все... так. Ну, опыт у него есть. Одно только, что когда он говорит, как будто бы Библию никогда в руках не держал. Я уже говорил и писал, и боязно тронуть, он обязательно на меня должен броситься. Я уже заранее просчитываю. Но кое-где я уже говорил, ну как же так, вот говорит он, ну как говорится, соловей на ветке. А вот там показано, торговля, люди ходят, бровно движение. Ну глянь маленько, это хотя нету. Но он говорит о деле. Вот здесь был один день. Сколько вас пришло? Набили весь храм. Сегодня воскресенье Христово, половина даже нету. Библию не любите? Придет к вам Илья, поотвинчивает вам голову. А сегодня мне ролик сбросили, как с непокоримыми женами. Значит, додумал жениться, предупреди сразу ее. Бери ломик и начинай рога ее ломать. Ломиком, рога. Ты просчитай где-то.
А я дальше я скинул не свой материал, я на Златоуста. Он говорит о том, что не посмей тронуть. Это будет где-то убийца и жена-убийца. Когда он приходит там с получки, такой вопль из дома раздается, будто дикий зверь в пещере терзает жертву. А такой материал Златоуста. Ни под каким видом, нигде рукоприкладца, чтобы не было. Надо! И дальше он дает подробный рецепт, как делать. Но он не говорит, что закон полностью на 100% на стороне женщины. И тебе будет минимум до 7 лет. Он дальше не говорит. Вот Смирнов Дмитрий, такой человек, хорошего человека должно быть много. И он говорит, вот жалуется, что тут сектанты. Что вы смотрите? Вот видите, лежат кирпичи, берите, идите, бейте им окна. Это как, не экстремизм? Да любого посадили бы. А вон нет, близкий патриарху все сходит. То есть двойной стандарт идет. То, что говорят, но говорит-то хорошо. Не спотыкается. А ты попробуй сделать, ты кверх ногами тебя поставят. Надо, чтобы государственная была основа другая. Русская женщина переехала в Казахстан, это мне рассказывает уже тот, кто свидетель, очевидно. Ну как, мужик загулял что-то там, помахал руками, она сразу милиция заявление. Он рассмотрел заявление, так, сядьте сюда. Так, идите, арестуйте его. Передаем дело в суд, ну минимум 5 лет. Она так и взахалась. Она живет за его счет. Так, сядь на место. Милиционер выше, она криком кричит, не делайте это, мой Валера не такой. Он только вот один раз, а так-то он хороший бывает. Хороший, на хорошего подала, посадите ее в яму. Ровно неделю будешь сидеть, я из тебя дурь вытрясу. Если в следующий раз будет, подадим на тебя, что ты отвлекаешь милицию, отдел, минимум 3 года тебе дадут. Баба не знаю, когда дома добежала, подол выжил от сырости. Дальше она, слушай, Валерочка, что скажешь? То есть нужны определенные какие-то меры. Государство на стороне вот тех, которые разрушают семью. Это вот то, что я сегодня услышал. Апостол Павел говорит о Ветхозаветнем. И все время, когда были какие-то кары. Первое послание Коринфа, 10 глава, перечисляет. Но на плохом человеке разве можно взять какой-то пример? Вот на нем еще больше влияет, чем от хорошего. Хорошему как будешь? А когда плохого били, терзали, и он показывает, 10 глава, 6-11 стих, перечисляет погибших. А это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были похотливы на злое. Вот о чем говорили. Из любого можно выжать этот пример. Нам Господь дает очень много. Мы нужны друг другу. Вот на неделю брат Игорь позвонил и говорит, выставка будет. Краевой суд, где рядом музей. Волобуева, я не пойду, я занята. Вот как-то событие одно на другое, я уже стал ждать. То есть у меня сместились как-то дела, и как-то кто меня из дома выталкивает. Ну тут недалеко. Ладно, оделся, пошел. Ровно пришел, минута в минуту. А народу уже набилось полно. Волобуев, Александр Павлович, у нас по телевизору 27 лет, он приезжает 29 лет. Я попрошу брата Никиту вот этот куплетик прочитать. А это вечерний Барнаул, он вот как выглядит. Это принесла мне Татьяна Александровна, а здесь Надежда Александровна второй дала. Вот это последнее. Послушай. Ну немножко, дай это место, зачитай, вот совсем немножко. Да вот, ну, да давай читай уже. Заголовок. Да вот так, прочитай, время не трати. Валерий Золотухин, поэты Иван Жданов. Кого он снимал, я повторяю. Так. Наталья Николинникова, Фарида. Ну вот отсюда начнем долго посчитать тебя. Вот отсюда начнем. Удивительно было видеть появление некоторых персонажей в выставочном зале. Особенно колоритно смотрелся, словно сошедший с портрета под названием «Перейти поле и жизнь прожить». Перейти. Перейти. Игнатий Лапкин, человек. Все. Дальше читай до конца. Решившийся вместе с братом священником возродить православную деревню на месте исчезнувшей Потеряевки. То есть это выделилось. Он меня увидел, ну, микрофон он подставил. Я гляжу, сколько они говорит, один старичок согнутый. Ну, фотографии-то там, ну, ничего нельзя взять. А где наши фотографии идут, это его выставка была. Вот экран, ну, примерно вот такой величины.
и все фотографии туда заложены, и одна за одной идут, подтягиваются вот так вот, сами меняются. Ну, я подошел, поснимал это, выставил где. Ну, наши даже потеряевские, даже сравнить не с чем, насколько они со смыслом, желанием подражания. Ну, мне дали слово, я только разбежался, а меня сразу оттуда и столкнули. Всего 6 минут вам. Ну, знаете, тут вот хочет сказать, там, он вышел с трещок, я гляжу, говорит, там, 10 минут. Ну, говорит, фотографии какие, да фотографии-то аппаратом, ну, такое все. Это я так посудил. Хотелось рассказать именно происхождение вот этой вот картины. Что это означает? Означает, на пустыре вот так-то было. Я сразу их призвал к подражанию. Почему нет подражания? Ни одной фотографии, которая здесь, ну, нельзя призвать. Давайте подражать этой картине. Ну, горы, пойдешь в горы, застынешь, сколько там погибло. А конкретно, вот батюшка крестит. И вот там фотография такая, он шагает, как будто по воде. Не видно, что под ним, он вот по водам шествует. Другое, когда крестили, просто вот так ветер поднялся и завернул эту крещаемую. -то. Ну, картины такие не составить. Если специально даже делать, никак. Я хотел хоть несколько фотографий объяснить, но не получилось. Теперь только остается молиться. Тут получилось так. Мне скинули один ролик. Фамилия его Синицкий Александр. Вот интересно, как. Я его раньше где-то видел. Гляну только. Видно, что человек все время там находится. И как говорит, какие движения, я сразу понял. Это человек абсолютно намертво чужое христианство. Ничего не знаю. Ну, секунд 5, может быть, я его видел-то. А потом мне скинули его. Ну, посмотрите, вот он что говорит. Ну, я думаю, ну, зачем он мне нужен? Опять настаивают. Оказывается, он, у него ничего нету. Бывший пятидесятник, наколотый, говорят, он сидел за плохие дела. Это я не знаю. Но говорит, как бритый, что видно, что он подыскивается, и больше он ничем не занимается. Ему все время скидывает, он на человека, на то начинает бросаться и лаять. И на кого он лает? Ну, я на Златоуста. Ну, тут он, я уже не имею права сидеть за брустером-то. Я встал перед ним во весь рост и сказал, более лживой, блевотины даже не слыхал. Всю биографию Златоуста берет и все переворачивает. Повторяю, что секретарь или помощник Иоанна Златоуста был прокл. И когда Златоуст умер, его сделали патриархом. И он стал молиться, покажи, Господи, где он находится. Что он спасенный, в этом сомнения не было. За веревку тащили, до ссылки не дошел, в дороге умер, столько перетерпел. И когда он увидел райский обитель, Златоуста там нет. Он, конечно, опечалился, нет его там. Он говорит, Господи, а как же так? Я там вижу Николу Чудотворец, апостолов вижу, а его нету. Ему был голос, он не здесь. Он прямо перед престолом Божиим. То есть это небо небес, и он там находится. Вот если верить житиям Дмитрия Ростовского, вот так описано. Он, что это значит монашество, там у него такое, он шел, он там не обличал. Если люди не знают, то скажут, в самом деле поп такие деньги загребал, у него вообще ничего нету. Это объяние Златоусти. Я, ну, немножко прокомментировал это дело. Он все дела отставил и теперь пошел по моим 14 тысячам роликам выбирать. Доказать, какой я подлый, какой я фашист, какой я садист, какой я прелюбодей. Ну, то есть, все. И сразу вокруг него подобно, ему птицы так подобны, они как нападали все слетели. Вот его звать Александр. Я попрошу помолиться. Но что интересно, после первой встречи, за таких людей, которые враги, у меня отдельно болящие, отдельно путешествующие, а отдельно, которые враждебные. И только я увидел его, и у меня сразу в этот ряд он высветился, как бы сказать. Я молюсь о гонителях, о лжецах, и он у меня сразу туда впаялся прямо. Еще он не выступил, а уже он у меня был молить. Я думаю, ну тут ты натолкнулся. На руках тебя понесут, он еще не знает, что будет. Попросим Господа, чтобы Господь ему позволил взглянуть на самого себя. Одна зашла там и говорит, ты лжец противный. Тебя с какой стороны? У тебя ничего нету вообще, ты выискиваешь, на кого кинуться. А у Лапкина такие ресурсы, чего же его не брать-то? 41 книга, считай, я там и биографии.
Я тогда скинул наши ресурсы, которые у него на ролике, будут они там или нет. Но подумал, что надо помочь, усилить молитву, чтобы Господь в судный день не помянул ему безумие его и обратил на путь истины. Это что делает он? Он плетет мне венец больше моей головы. Я за того сгорку похвалили меня. Такой венец, что он провалился до плеча, голова не увенчана осталась. Так у церкви, где держат, венчания нету на 100%. Головы не касается. Это то, что за это неделю было. Вот сейчас про рулетку говорили. Да. Ну, такое вот видение. Я примерный подсчет знаю. 35 сидели и подсчитывали мы в холоде. 35-й только откликается. Средний. Бывает больше или меньше. Остальное вот так. А он вот такие глаза сразу у него. Глаза такие, как вот, которые Хаттабыч говорит, и пацаненок перед ним стоит. Вот так. Сразу, и сразу исчезает. Он там давит, и сразу кнопка меня убирает. Другой, следующий, ребятишки школьные. Только начинают говорить, они как глянули в рассыпную и сразу выключают. То есть, почему, я не знаю. Но я понял, что надо маленько что-то менять. Мы составили уже роликов, записанных. Роликов по величине 1 гигабайта в среднем. Чуть больше, чуть меньше. По гигабайту. Примерно 53 ролика уже составлено. 53. И отзывы какие. Теперь делаем так. Открыто скажу. Открою тайну. Может, кто-то из тех, кого знает. И вот. У меня человек один есть, который маленько в сторонке, чтобы не захватывало. И он, где нужно, включает. А я в это время вот так отступлю от экрана и молюсь. Молюсь в силе проповеди. Господи, ты оставил нас в западе твои. Соделал блаженными. Ты говоришь, будет суд Божий. Соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое получит. И они которые быстро промелькивали, сейчас они намного тише, потому что это необычно. Вот. И там, которые есть, это примерно 80% мусульмане. Примерно. Раздетых, ну, может, процентов 30. Раздетые. Если нет раздетого, то одеяло лежат, и они шевелятся. Что-то там делается под одеялами. То есть... А кто составил, я спрашиваю, кто изобрел эту рулетку, они не знают. Это мальчишка Андрей Терновский, 17 лет. Его биография, он говорит, я учился на двойке. Сдавать экзамены, еще не знаю, думал, что-то надо придумать. И он придумал, это яма. Это знаете, у Чехова там, когда говорит о проституции, обо всем. И здесь даже малые дети, раздетые. С одним стал говорить только, а он развернулся, штаны скинул и занес весь экран. Да, а другие показывают там другие органы, гениталии просто открыто. А у женщины, что грудь открытая, висит, трясет там, то это даже ни за что. Зачем они пришли? Я мусульманам задаю. Что самое главное в исламе? Они не могут ответить. Ни один не ответил. Содружество. Но оно проистекает из чего-то. Самое главное в мусульманстве – пятикратный намаз. 5 раз в день собрать мужчин на молитву. Даже у нас потеряевки это ни разу нельзя сделать, ни в один день. Кто-то пришел, кто-то вот сидел здесь, уже нет человека. Даже на собрании он. То есть это вольность. Вольность такая, которая уводит от Бога. Им собрание не нужно. А собрание не нужно, и тебе какая разница-то, иди. Даже легче в любой храм пойди и все. То есть не единение с духом общинности. Вот если мы понимали бы это, тогда бы увидели, там, что это за яма. Я говорю, а зачем вы, мусульмане, здесь находитесь-то? Ну, то другое. Я говорю, и сам не хочешь сказать, слушай, вам разрешено, не считается развратом, иметь 4 женщины. Ну да, по их священной книге. 4. А у нас, если первая умерла жена, вторая погибла, то третий брак разрешается, на 5 лет отлучается человек. Повещали и сразу оба отлученные. Канон. А 4-го не существует, не считая Иоанна Грозного, 6 браков там. Не будешь венчать? На дыбу. Ну куда они делались? А священник так был, обмазал священник, священник это, помещик. В дегте священника, что не так сделал. И пух, который там нормат был, чтобы он пуху поваляли, вот теперь отбирается, а там не отберешь. То есть над священниками тоже изгорялись, как хотели. И вот я ему говорю, ты за каждую женщину, вы это не все многоженцы, потому что у тебя ничего нет в кармане. Да, почему? Другие-то люди не могут иметь, а платить надо. Разведешься? А я алименты платить не буду. Шалиш, они тебя найдут на краю света. Это мне пишет человек, который живет с мусульманином. И она говорит, тут законы другие.
Если он не хочет идти на работу, его заставят. Свои, у нас никому-то не нужен. И что женщины там детей отдадут, там не так, там другой закон. Там старцы, законы, совет от Цакалов будут советовать. А он убежал в Италию, в Сирии. Догнали, привезли. При всем народе начинают драть ему шкуру. Еще ты как пошевелишься, значит, ты знаешь, все, секир башка тебе. И все, работает, детей гладит. Это говорит человек, у которого недавно родился ребенок. Так что, я говорю, вы зачем сюда пришли? Затем, что там за 4 надо платить Колым, а здесь за 44 ни копейки. Вот и вся разница. Вы, конюшенные жеребцы, пришли дармовых кобылок покрывать. Все, глазами закрутили, и ни один не возражает. Засохотали. Ну что, тут все понятно, для чего сделано это. Мальчишка этот сделал, тот сятка, ну что, кто-то помог ему. Сделался миллионером. Экзамены не сдал, там 2. На Лазурном берегу в Америке где-то живет сейчас. И никому интервью не дает. А кому он даст, когда он разговаривать даже не умеет? А зачем вы пришли? Господь послал к грешникам, чтобы как у Пахомия все время заботился о своих монахах, а их у него не 2, не 3, а 11 тысяч. Это целая дивизия полная. Сатана искушает, повернись маленько в другую сторону, чтобы потом это не будет. Дальше продолжишь, что я сказал. Ведь не продолжишь. 11 тысяч, и забота о всех, и ничего не может сделать. Но у Бога своя режиссура. Однажды они берут хворост, набрали все, только поднимать, он остановился. Я не может двинуться, как Серафима, когда выводят, выводили из алтаря, он стоит, руки поднятые, как молился, так и, то есть в эту, как говорится, прострацию. То есть вошел в другое измерение. Они стоят, ждут, наконец он хворост уронил. Фух. А что ты видел, отче? Видение какое? Ну, конечно, мы монахи, оставили жен, детей. Вообще, передовые мужики сидят. Он говорит, я вас видел всех. Все находятся в глубоком-глубоком ущелье. Тьма, не видно ни низги. И люди пытаются идти, друг друга лбами бьют. А некоторые нащупали стенку, лезть пытаются, падают вниз. И только единицы поднимаются туда. Вот эта яма, я говорю, куда я там молюсь? Я это все рассказываю, наши те святые, Господи. Ты через Пахомия Великого сказал так. Один почти целый час сидел, слушал. Я уж вижу, за 1 гигабайт переехало. А другие стали маленько прислушиваться. Я евангельские слова читаю. Теперь даже подумал сегодня, псалтырь возьму в руки. То есть просто так я сижу, но мы показывали, где наши ресурсы. Чтобы можно было зайти. Но у них даже как будто это не похваляется. Ну, открытым оком. Он не может слово открытым понять, и оком, 2 слова неизвестное. Я попросил, мне написали, я показываю. Но вот второй день мы решили так. И видим, что обстановка совершенно меняется. Поэтому нужно просить у Бога, как о чем Андрей Кураев сказал, быть религиозно талантливыми. Ты это испытал? Теперь попытайся, что еще сделать? Вот когда говорят что-то, надо вырезать. И сразу нашелся человек, Николай, я ролики ставлю, он сразу пошел, там в середине заматерились. Я даже не расслышал-то. Теперь я его блокирую, он там его проходит, вырезает, снова я перекачиваю, теперь это ставлю, а тут выбрасываю. Но теперь, когда мы стали рвать, вот на один ролик, у меня получается, вчера было 32 маленьких файла, которые потом соединят. То есть мы решили не допускать. Если сказал матерок, мы выкидываем. Но чтобы не получилось много выкидывать, через каждые 5 минут просто прерывать. Если появился человек разговаривает, минут 5 говорит, неизвестно, чем он кончит. Говорит нормально, потом бац, заматерился. Чтобы не выбрасывать все эти 20-то минут, а по 5-то только 5 минут и пропадет. То есть здесь, в эту яму, никто не совелся. Вчера мне уже, сегодня утром скинули. Благодаря тому, что вы в чат зашли, мои дети, я их не мог отвадить, они сразу отошли. И заблокировали, и больше мои дети туда не заходят. Сами дети. То есть у нас идет работа медленная, но и не такая медленная. В среднем мы где-то даем в день 3 ролика. С разных позиций. Жития святых, что говорит Библия. Пошел я на Америку. В Америке сразу наткнулись, едут в машине баптиста. Ну, с баптистами тут что не говорит-то. Что можно, то и сказали. Да, по-русски. Вот. С мусульманами трудно, надо знать как.
Вот здесь как надо знать, должен быть опыт. Опыт повторить Даниила Сысоева нельзя. Они выходят прям, стоит автомат, заряжают. Я говорю, он с автоматом выставил в эфир. Но я только говорю, я не проповедую вашу религию. У меня для меня три слова табу запретные. Это Аллах, Мухаммад, Коран. Я их не упоминаю. Ну, когда разъяснять, я ему скажу, ты знаешь это. Я послан, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, крестится, спасен будет, кто не будет веровать. И я им говорю, а как вы считаете? А мне считать не надо. Господь сказал, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Да Иисус Христос, Аллах Акбар. Я, Иисус Акбар. Он Аллах Акбар, Иисус Акбар. Он наконец три раза крикнул, я Иисус Акбар. Акбар, то есть великий. Это вы думаете, слово-то дурное? Великий. А куда он великий? Он великий и есть. И он сразу остановился. То есть я его перекричал. Иисус Акбар. Придется, когда говорить, великий опыт. Я смотрю те, которые с ними люди занимались. Но до нас, похоже, не было. Если бы вот брату Игорю стали подражать некоторые еще, ну так человек бы с десяток, но мы могли бы кое-что изменить. Когда заходишь, и там сразу цифры высвечиваются. В данный момент на этой платформе 105 тысяч человек. А всего посещает примерно 500 000. Это очень мало. В сравнении с тем, что у контакта только 47 миллионов. Но это уже что-то значит. Уже мы стали наталкиваться, которые есть. Он такой заходит, Володя говорит, а вы хотели бы послушать, как душу спасать? Он, Игнатий Тихонович, да мы все время на вашем ютубе, мы все это знаем. И такие люди, и уже человек 5 попалось. И уже они заходят, вчера просятся поговорить, наконец-то. Я не верил, что доживу, что вас встречу, можно будет поговорить. У меня вся семья там и сидит, говорит, она, ну, все-таки у нас ни худо, ни бедно, 30 миллионов просмотров. Ну, это не два человека. Так, просьба моя очень большая. Загоните ли, которые на меня, а это не два, не три человека, 7 тысяч только я заблокировал, которые подносят. 7 тысяч, это полдивизии. И они ни один не говорит, уже набросились. Я голубей резал. Он голубей, он садист. Голубей резал садист. Я не могу отвечать. Ну, вы курочек режете во всем мире. А в Египте есть один, только один ресторанчик, которым кормят голубями, нафаршированными и жареными. И приезжают люди с Европы и ищут в Каире, где этот ресторанчик. Он где-то там. И показан у них голубятни. Голуби бывают такие мясные по килограмму. Ничего себе. Вот у меня один напал, даже наш там, да, недалеко от Потеряевки приехал, верующий. Вот вы это показали. Я говорю, у тебя есть выход в интернет? Нет. То есть через сына или через кого зашел? Скажи, что я сделал не так? Ну вот голуби закололи. Ну и что дальше? Запрещено? Или смотреть нельзя? Ты открой Библию, посмотри, когда приносили голубиных птенцов, когда Христос родился, в жертву приносили, надломи крыло, зарежь, кровью покропи. Это где ты? Заглох. Да кто Библию приучает к этому? Вы думаете, что запутался рогами овен, и Авраам сказал, ты, Исаак, отвернись, а я его заколю. Так что ли? Ты посмотри, сейчас показывает, корейцы выставили ролик на севере, олени, которые есть, немцы, и они приехали сюда и снимают, видимо, квадрокоптер сверху все это снимает, и большая река, как они переходят на пастбище, ну, а река, ну, вот примерно такая, ну, по ширине, на лодке плывет веревочкой, за ним связкой 5 оленей рядом плывут, а те за ними привязаны, а остальные табун, там 4000, на тот берег они переходят, работают, и маленький ребенок, ну, я не знаю, сколько лет, 6, Володя, пожалуй, да? Он учит бросать лассо, как ловить. Его олени шибли, он перевернулся, куда бросать теперь не знает. И они работают. А у нас поставь ролик, эксплуатация детей, могут ролик закрыть. Это не ролик, а канал закрыть. А он как там рыбу ловит, все. Ну, все показывает. Как он, им ребятишкам охота, там он сухари едят. Он в оленя смотрел, уши подрезал, и они идут уже грызут эти уши. Но у них это жизнь. Люди, которые больше 46 лет практически не живут. 60 лет это уже редкий-редкий старец доживает. Во-первых, у них там табака много, и потом они в чем? Мороз. Я каждый день водки посмотрел это и каждый день стал молиться о них. Господи, помилуй их. У меня стенка, постель. А здесь каждый день они едут через Урал и каждый день новый чум ставят. И опять размонтировать. Это как же так? Стенка-то какая? Ну, два слоя, ну, это шкуры. И он показывает температуру там внутри градусов 30.
Ну, 30-то градусов много, ну, поближе к печке, там, а печка железная, а потом угли выгребут под нее, в тазик там поставят. Ну, что это? И в этой обстановке она как-то умудрилась еще и семерых родить. Никакого роддома нету. Вот, если узнаешь, как ты помочь можешь? Я не знаю, я каждый день охаю и Володе говорю, я не могу выбросить из ума, чтобы помолитесь за нуждающихся. Северные народы в этом нуждаются. А если они просят, что изменится? Я не политик, я знаю только, они очень нуждаются в этом. В помощи нашей, молитвенной. Мне это на сердце положено, ну, с вами я поделился этим. Милостью Божией мы вот дожили до этого времени. Я хочу напомнить, что молитва, она бывает три ступени. Первая – просительная. Вторая какая? Благодарственная. Благодарственная. Третья? Славословие. Славословие. За все благодарите. За все, он говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды. Суды! Не когда он нам пряники Господь печет и дает. За суды, за все майданы, за все революции, за все беды, нападения, поджоги. Прославляю тебя. Вот такие ли мы, можем ли мы это вместить в себя? И когда они говорят, о, это у нас намаз, я тогда поднимаю четкий показал, у нас семикратно в день. Я могу, имею моральное право сказать ему. И мы молимся о вас, молитва. Господи, пошли добрых проповедников, добрых, христианам, в первую очередь, язычникам, мусульманам, ну, сразу, буддистам, и чтобы никто нас не укорил, вы носите это имя, только позорите Христа. Знаете, вот эта яма, это дно адово, где, но вот здесь мы и должны показать, что мы действительно дети Божии, мы даем свои ресурсы, нас могут увидеть они, и уже разговор идет. Что интересно, во всем интернете я ни разу не встретил, что мусульманин грыз мусульманина. Здесь только этот Синицкий написал, буквально как вот откуда-то из подземелья эти духи зла вылетели. И начинают, а мне никак, я только хожу, не могу улыбку сказать, Господи, за что ты мне даешь такую радость? Это все уже было. Голубей я заколол, больше, он еще не может сказать, голубей я заколол, ну хорошо, голуби плодятся быстрее всех птиц. Осень наступила, у меня 250 голубей. А мне нужно оставить 25, в 10 раз меньше. Куда их должен девать? У меня 1,5 тонны зерна Игорь дал. А кого я буду кормить-то? Это хватит на один месяц только. Дальше-то что делать? Отпустить их. Куда пустить? Пустить некуда, они не улетают, они привыкли. Дверь открыта, лети, а куда он полетит-то? Там снег. Летом он может хоть где-то что-то. Зимой где голубь дает? Никуда все это на смерть обречь. То есть бессмыслица. Если ты оставил коров себе 10, на 10 коров ты должен заранее заготовить сено. Ну, понятно это? И так и здесь. А которые нападают, а что они? А ничего, лицемерие одно. Показывают, как колят куриц. Сразу 250 тысяч привезли. И как она все, механика работает в Китае. Как колят кенгуру, свинью обделывают, она стоит свинья. Быки, как одним ударом, сразу его вот сюда, вот в шею, и переваливает где. Никто ничего не говорит. За моих голубей уцепились, да? Дух Святой сходил, но я Духа Святого не трогаю, прославляю перед тем, как зарезать. Да за вас уцепились, Игнатий Игнатьевич, да. Вы что, как маленький? Да? Я там же сейчас по комментарии это все видно. Там же я говорю об этом, что если мы не будем верить, то будем цепляться везде. Сегодня разговор зашел. Какие мусульмане? Я на рулетку свою, на внутренние события дня поставил. Подключились люди, которые живут там. Вот едем, вот вы такие хорошие, там, когда молитесь, там, вас сняли. А вот если вы к власти придете, что будете делать? Говорят, что вы будете резать голову. Да. Он сразу переменяется. Глаза заблестели. Да. Тут вам и конец. Поэтому, как мы должны делать? Одно, заранее натащить ножи и обороняться? Или заранее приготовиться, как сказал Владимир Владимирович Путин? Да, нас погубят. Мы в рай пойдем, мученики, а вы все равно сдохнете здесь. Как собаки. Так он отмерил, и сейчас в интернете все повторяют. Кажется, слова-то невеликие. Да. Россия для русских. Он сказал, это могут только ненормальные люди, придурки говорить. Ну, хоть нам не надо, здесь ни немцев, кто приезжает, никого нету. То есть простые слова, но у него советники, там Песков, кто посоветовали сказать. И тут надо быть внимательным, посмотреть. То есть юридически осмотреть в своей голове. Все.
Сюда проходите, молиться будем. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истремия Бога слова робшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем, и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Алва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей, Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Боже наш, любящий наш Отец Небесный, слава Тебе, что позволил нам собраться здесь, едиными устами восславить Твое дивное имя и дивные дела Твои. Прости, что не так сказали, сделали. Пощади наших больных, даруй им здравие и исцеление. Как воле Твоей угодно, поступи с этой страной, с этим народом. Благослови нас, чтобы мы оказались нужными, с теми талантами, которыми Ты наградил нас. И распускаясь миром, услыши наши молитвы и прими воздеяние рук, как жертву вечернее благоухание приятное, Владыка неба и земли. Мы просим Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву, прошение всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Господи, о всех заповедавших нам молиться. Спаси их и помилуй, и покрой все благодатью. И врагов не наказывай, и лжецов помилуй. Пролей на них милость Твою, обрати на путь покаяния. Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение. Единая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Богу слава. Спасибо, Христос. Хотел бы попросить еще, вспомните меня как-нибудь на молитве. Мне тут работу предлагают хорошую очень, здесь, в наших краях. В Кемерово. Да, именно прям по моей. Так, газетки захвати-ка, вот лежат. Короче, там под начало еще геологов. Да, артель большая очень. Называется «Полюс золота». Золотой полюс. Золотой полюс. Она не по всей стране. Каких кошек запускают?